Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина сражаются на теннисном турнире в Токио. Кирилл Бардачев выиграл этап юниорского Кубка мира по фехтованию. Самарские дзюдоисты собирают комплект наград на чемпионате страны. Сборная Самарской области по дзюдо 6 мужчин и 10 женщин триумфально выступает на чемпионате России. В Нальчике в первый день соревнований бронзовую медаль завоевала Юлия Лаврентьева. Во второй день самарцы показали более весомый результат. Золото у Дарьи Межецкой, серебро у Анастасии Конкиной и Валентины Костенко. Третий день турнира тоже порадовал наградами. Второй чемпионский титул с 2014 года завоевала Мария Персидская. Бронзовые награды получили Наталья Комова и Кристина Румянцева. Мужской сборной Самарской области пока не удалось подняться на пьедестал почета национального чемпионата. Кирилл Бардачев выиграл этап Кубка мира по рапире среди юниоров. В Лондон за медалями и рейтинговыми очками приехали 173 спортсмена. Самарец успешно преодолел групповой этап, а в плей-офф одержал победы над соперниками из Великобритании, Египта и США. В полуфинале одолел соотечественника Владислава Мыльникова 15-11. В матче за первое место Бардачев оказался сильнее другого россиянина Григория Семенюка 15-12. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио. Призовой фонд почти 900 тысяч долларов. Во втором круге соревнований она победила китаянку Ван Цян в трех сетах 6-4, 4-6, 6-2. А вот тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина только вышла во второй круг. В первом раунде Касаткина обыграла американку Мэдисон Брэнгл 3-6, 6-2, 6-4. За выход в четвертьфинал Дарья сразится с немкой Анжеликой Кербер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!